умывальник. Я очень часто езжу в метро, и пока я еду, я люблю играть в игру «Вордики». Как играть в эту игрушку? Здесь нужно просто отгадывать слова. Здесь, к примеру, будет слово «лама». Мне очень нравится, что игра не напряжная, и там очень хорошо подобраны слова. Я постоянно в нее залипаю, поэтому рекомендую ее вам от себя. Всем привет, ребята! Салют, друзья! С вами Интересный и Фикус. Четверг, 12 часов. И сегодня у нас новый выпуск «Ванна с». И сегодня мы будем делать огромные бомбочки для ванны. Испытаем их не только в воде, а и в кока-коле. А для этого нам придется наполнить нашу ванну кока-колой. И вот, ребятки, вот наши ингредиенты. Господи, еле несу. Для нашего мини-шарика, в переносном смысле. Вот, это будет реальный гигант, потому что вот это сумеля... Минимум килограмм 25-30 весит. И сейчас, ребята, из всего этого мы будем делать одну громадную бомбочку для ванны. Главным ингредиентом нашей бомбочки есть сода и лимонная кислота. Вот, она добавляется в соотношении 1:2. И сейчас непосредственно мы будем его всыпать в вот эту вот тару и готовить наши будущие бомбочки. Очень немаловажно то, чтобы все эти ингредиенты размешались в ровных пропорциях. Я всегда чувствую на мастер-шеф. Лимонная кислота, конечно, классная, но сода, блин, что это такие? Я, ребята, немножко побаиваюсь такой большой бомбочки, потому что боюсь затопить соседей. Надо посмотреть в интернете, полезно ли чем-то сода. Да, прочищает легкие. После того, ребята, как мы смешали лимонную кислоту и соду в концентрации 1:2, мы должны добавить либо крахмал, либо сухое молоко. Каждый делает по-разному, но мы возьмем крахмал. Крахмаль. Фикус мешала. Мы, ребята, хотим, конечно же, чтобы наши бомбочки были цветные. Поэтому мы добавим красителей. Ой, классно. И последний ингредиент – это подсолнечное масло. Оно придаст нашему вот этому замесу, которая будущая бомбочка, эластичности, чтобы оно в одну кучку собралось. Мы долго думали, из чего сделать форму, и решили, остановились как бы на вот таких шариках. Сделали дырку, вот, и сейчас будем туда его трамбовать. Бомбочки готовы, теперь нам остается ждать, пока они застынут и примут форму, которую мы им дали. И для маленьких бомбочек нужно часов 5, а для наших больших, я думаю, вдвое, а то и втрое больше времени. Поэтому продолжение будем снимать уже завтра. Пока мы ждем, ребята, пока наши бомбочки высохнут, я хочу вам рассказать об одном сайте, на котором мы с Фикусом зарабатываем. Один из лучших видов заработка – торговля на сайте Olymp Trade. Я уже научился, и это можно увидеть по сумме на счету. Но для тех, кто ни разу не торговал, на сайте есть обучение. И самое интересное – возможность потренироваться на демо-счете. В общем, там все очень просто. Нужно угадать, куда пойдет курс валют – вверх или вниз, и сделать ставки. Если угадал, ты получаешь выигрыш. Если тебе интересно, переходи по ссылке в описании. Итак, ребята, сейчас будет испытание первой бомбочки. Да, и мы для того, чтобы не затопить соседей, постелили вот такую пленку на низ, и Серега обклеил еще стены и так далее. Да-да-да, потому что мы реально не знаем, что можно ожидать от этой бомбочки. Серега решил первую ванну сделать уже с пеной, вот такой вот. И посмотрим, насколько наши бомбочки будут бурлить. Да, так что я заложу пену. Ванну,
Давай. И буду ждать бомбочку. Ребята, сегодня уникальное видео на нашем канале, потому что сегодня мы наполняем нашу ванну водой. Вот такая, ребята, у нас получилась бомбочка. Вот. Прикольной такой формы. И кидать я ее буду прямо из тазика, потому что я побаиваюсь немножко, что она все-таки развалится, потому что она очень большая. Реально, я очкую. Ух ты! О, поднимается, не? Поднимается. Опа. Половина есть? Не-а. Эй! Ты какой же классный! Умывальник! Она еще бурлит в воде. Не знаю, происходит какие-то химические реакции, тупо не хватает воздуха. Но ощущения в этой пене, они того стоят, потому что пена настолько мягкая, воздушная. Ого! А чё она такая красная? Это краситель, который мы туда добавили. Ну, это реакция воды. А что будет, если мы это кинем в Кока-Колу? Мы выехали за Кока-Колой с фикусом, чтобы наполнить ванну. И у нас пришла идея, что будет, если бомбочку для ванны кинуть в снег. Классно, такой ровный. Согласитесь, ребята, вообще такой крутой, такой ровненький, округленький. Если вам нравится, обязательно поставьте лайк. Можно делать производство и продавать в интернете. Оп. Ну, давай. Колобок. Чего? Что, ничего? Ничего. Никакого эффекта снегу не дало, и поэтому мы сейчас кинем ее прямо в речку. Мы, ребята, поняли, что самый большой эффект достигает, когда вода теплая. Да, теплая. Вы, я надеюсь, понимаете, что все это органика, и то, что мы кинули в реку, абсолютно никакого вреда не принесет. И плюс оно уже полностью все растворилось. Ну все, поехали за колой и будем проверять самый главный эксперимент сегодняшнего видео. Вот и пришло время заливать нашу Кока-Колу. Никогда Кока-Колой ноги не мыл. Мажор! Красиво жить не запретишь. Кстати, вы знали, что можно у Кока-Колы отмывать ржавчину? Упал мой любимый нежный день. Ну что? Готовы к представлению. Это, наверное, самая огромная бомбочка для ванны. Ну что, поехали. Ух ты! Знаете, чем я себя чувствую? Этим брагой. Так же шиплю. Чувствую себя этим просроченным вареньем. Она плавает сверху, она не тонет. Ну что, ребята, подведем итоги. По неведомой причине реакция в Кока-Коле была менее бурной, чем просто в воде. Но мы, конечно, ждали иного и думали, что Кока-Кола просто зальет все вокруг. Да, но было наоборот, и так бы и было. Все бы залило, если бы не вытаскивали эту бомбочку из воды. Но это был эксперимент, в общем, который мы провели успешно. Да, и это было действительно интересненько. И мы надеемся, что он понравился и вам, и вы обязательно поставите лайк. А также подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А если вот ты уже подписался, обязательно нажми на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Также подпишитесь на наш влоговый канал, потому что мы там каждую неделю заливаем новые видео. Заходите на наш инстаграм,
на его и на мой отдельно. Также Facebook, Одноклассники, Twitter, ВКонтакте и так далее. Все ссылочки будут под видео. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем пока.